6 марта в преддверии Всемирного женского дня в развлекательном центре КРЦ «Москва» состоялся концерт социально значимого проекта «С любовью к женщине» в рамках акции «Своих не бросаем». У входа стояли юные кадеты, будущие защитники Родины. В руках у них праздничные тюльпаны, с которыми они встречают прекрасную половину Каспийска. Открылось торжество приветственной речью руководителя женского клуба Каспийска Полины Самыловой. «Наше мероприятие – социально значимый проект. Свою первоочередную задачу мы видим в том, чтобы поддержать женщин, матерей, дочерей, жен и сестер, тех, кто исполняет свой воинский долг». На мероприятии присутствовали почетные гости – замглавы администрации Казбек Демиров, зампредседателя собрания депутатов Аза Алиева, председатель регионального движения «Матери России Республики Дагестан» Таисия Магомедова и многие другие. Принял участие в концертной программе и поздравил всех женщин с Международным женским днем и председатель собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов. «Самый тяжелый минут, как я вам говорил, но мы повели себя очень правильно, и наши дагестанские каспийские женщины до сих пор шьют для наших военнослужащих совершенно бесплатно одежду и обувь, которую мы регулярно отправляем на, ну, по фронтам нашим ребятам. Вам большое спасибо, наши дорогие женщины, которые повели себя мужественно. Воистину, мы едины». Помимо концертной программы, на мероприятии также проводились тематические интерактивы, где участницы получили призы от спонсоров, а некоторые стали обладательницами благодарственной грамоты за плодотворное сотрудничество с социально значимым проектом. Отметим, что спонсорами мероприятия были местное отделение партии «Единая Россия» в лице Абдулвахида Джаватова, депутат Народного собрания Заур Расулов, депутаты Каспийска Анас Гасаналиев и Далгат Расулов, а также руководство кинотеатра «Москва» Магомед и Багант Абдуллаевы. Асия Туманова, Малатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».